Сегодня 8 июля также мы с моим помощником прибыли на адрес улицы Маяковского, дом 1. Главный вопрос – это не уборка территории. Жители получают квитанции от ЖКХ онлайн, уборка не ведется. Недавно мы им помогли, благодаря компании Красногорская КГС, они пришли, убрались. Но самый главный момент сегодня нам обсудить с жителями, чтобы они смогли побыстрее определиться с новой управляющей компанией, чтобы ей платить, и управляющая компания именно убиралась. Дом достаточно очень сложный, я до этого несколько выпусков делал, чтобы его признать аварийным и расселить. То есть программу реновации, войдет он или не войдет. Самое главное, чтобы сейчас встретиться с жителями и объяснить им порядок действий, чтобы они могли ходить по чистой территории в своем дворе. Давайте я начну. Старейшая, я живу в этом доме, 39 угол. Так, давайте начнем по порядку. Да. А то, что КГС убрался, нормально? Нормально, это на... Это не в эту субботу, а в ту. Ну, в ту субботу, да, они убирались. Да. А да. Подъезды кто выкинулся? В подъездах у нас вопрос, я и говорил, что у нас первоначально было озвучено, да, что они здесь хотя бы найдут порядок. КГС пока не имеет права у вас убираться, и они не находятся пока в реестре, именно ваш дом у них. И сейчас какая ситуация, чтобы мы с вами встретились? Поверьте мне, мне не безразлично. Вы получаете эту платежку. Да. К сожалению, вы обязаны, если вы сейчас не будете платить, нет, все равно они как-то через суд будут через вас выискивать. Поэтому у меня решение одно. Мы сейчас встречались с КГС. Ваша задача сейчас что, определиться... Красногорская городская жизнь. Да, да, да. Они это именно государственное. Они попали. Они в Гальёва. Да. Тут самый главный момент, что вы сейчас побыстрее определились, какая управляющая компания, какую вы хотите выбрать. Я хотел им апрель, да, май, июль. За июль я им не хочу платить. Понимаете? Вот принципиально не хочу. Я им платила. Все, у меня квитанции есть. Я платила. А они, знаете, что делают? Эту сумму опять мне опять пишут, что как будто я не платила. Но им же платила. Им вот 4 месяца, апрель, май, июнь. Они мне опять... Они размазывают тебя по всем. Вы представляете? Этим. Ну как? Директор у них, Киреев, Дмитрий Сергеевич, написал заявление, что не убирайтесь. Это было месяц тому назад. Ну, я думаю, человек, директор, получил, он тут же разгон даст и уберутся. Однако же нет. Чтобы правильно сделать документы, у вас должен быть 51%. У нас есть 51%. Чтобы они пришли и сделали. После этого документы подаются в жилищную инспекцию, тогда они этот адрес забирают, и на основании этого вы это делаете. Да. Я разговаривал с КГС, они хотят это взять, но я не знаю вашего мнения, какую вы хотите почему? Управляющую компанию. Да, которые вот эти платят, они КГС, у них даже окна моют. Они платят именно кому? По-моему, вот это... КГС. Да. Я бы советовал все-таки, наверное, КГС, она все-таки государственная. Нет. Государственная? Угу. Нет. Она, но... понимаете... Там, если какие-то вопросы будут, там проще решать. А вот эти... РКХ? Ну, РКХ, они же тоже все ОШКи. Ну, он как и ДЭС. Да, как и ОСКО тоже. Как ЖКХ, они все ОШКи. Правильно. У нас пока есть договоренность. Пока не призна... Пока вас компания не взяла, то есть там раз в две недели вы... Звоните Никите. Угу. Они еще раз уборщиков присылают, делают контрольную уборку. Угу. Первомайская 12 писала в этот самый... В администрацию, что у них не убирают, жаловалась на это. Но им сказали, что возбуждено это дело о банкротстве, и они предлагают им избрать новую компанию. Да, как мне сказали, все 51% от площади. Ну, скажите, ну, по большей части люди же все согласны поменять компанию, правильно? Конечно, конечно. Вопрос только, вопрос только в том, чтобы просто их собрать в определенный момент. И пока есть сейчас летнее время еще, чтобы пришли, быстро расписали, что-то сделали. Я уже разговаривал, они приедут со всеми этими документами, и вам это все помогут сделать. Они это кто? КГС. Да. Красногорская городская служба. Они должны были сегодня прийти, и сказал, пока не надо, потому что я еще не знаю, мнение жителей, согласятся, не согласятся. Вот эти женщины сказали, которые убирались, что они в подъезды и прилегающую территорию вот эту, что не убирают, они только детские площадка и контейнерная это площадка. Другие, так это, смотрите, другие, есть, это другие. Чтобы вы понимали, управляющая компания убирается 5 метров преподомовой. Да, все остальное убирается другая. Вот эта другая, она и есть. У нас, например, у нас так течет крыша, у нас жить невозможно. А это уже, смотрите, ваш дом не признан с точки зрения ремонта, капитального ремонта, потому что у вас перекрытие не позволяет. Это я узнавал. Да. Это вот это уже будем как-то решать. Я в 21-м году тогда приезжал, потом мы приезжали сюда. Они все отписываются. Проблема только в том, что власть у нас меняется, все чиновники меняются, все это собирается заново. Должна была состояться экспертиза нашего дома на признание его аварийным.
Потому что как ветхий он уже нигде не фигурирует, потому что вообще ветхих домов нет в программе. Сейчас будет строиться дом, туда как раз войдет лесная 6, в которой я занимался, и дом. Какие-то другие дома. И надо вот узнавать. Просто Хабиров в свое время, допустим, минуя определенные все эти инстанции, некоторым домам предложил квартиру в Отрадном, они уехали. Угу. Понимаете? А некоторые хотят остаться здесь. Это, ну, это, угу. это тоже законное право, потому что люди с улицы. А вы с этим главой с нашим новым общались? Да, я хорошо с ним общаюсь. Нормально, да? Ну, он вообще-то спрашивает строго, мне нравится. Не-не-не, в этом плане он нормальный. Я просто, все, мы давно с ним обсуждали вопрос, чтобы он приехал, на, допустим, на мои аварийные дома. Но надеюсь, к этому мы сейчас дойдем. Сейчас все... Я сейчас тоже, мы... Понимаете, у меня, допустим, основная деятельность, да, это я... со своей командой. Мы вот сейчас готовим 3 сентября турнир всероссийский по кроссфиту. Он будет в 5 регионах. Смотрю, мы сейчас туда вся активность, но при этом вас не забрасываем. Вы молодец. А некоторые тут жители устраивают панику, что я на всех забил. На самом деле нет. Просто когда началась пандемия, я перестал проводить приемы. Ну, в школу. Но вы онлайн проводили? Я проводил. Да, но при этом мой кабинет в клубе всегда открыт. Вот, приходите, вот как вы пришли, проговорили все, начали работать, правильно? Да. А некоторым надо, чтобы, знаете, вот высказываться, мнение, то есть, чтобы площадка была. Угу. И когда я отсек этого, то есть, уже этого нет, начали думать про него, что я забил на все. Но это неправильно. Ну все, я думаю, это у нас тогда связь с Никитой. Да. Давайте, определяйтесь по поводу ККС, определитесь, ладно? Угу. Хорошо. Давайте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.